ситуация с Ираком, она рушит все наши планы. Если в Ираке мы еще только ищем химическое оружие, то в России его надо ликвидировать. Мы знаем, где оно и сколько его. Because if in Iraq we would be able to complete this process earlier. Again, Mr. Minister, welcome. You have not changed, even though your schedule is very tough. Thank you. Pleasure. Сейчас одна из таких проблем – это ситуация вокруг Ирака, и мы надеемся, что совместными усилиями будет найдено такое решение, которое позволит укрепить стабильность в мире, укрепить усилия международного сообщества в борьбе с общими угрозами и вызовами. Shoulder to shoulder with us.